раскрываем тайну робототехники будущего. Робот, способный таять и менять форму. Ученые из Китая и университета Карнеги Меллона воплотили фантастику в жизнь. Они создали робота из магнитоактивного жидкого металла, который переходит из твердого состояния в жидкое и обратно, как в кино. В основе этого чуда лежит галлий, металл, плавящийся всего при 29,8 градусах Цельсия. В сочетании с магнитными частицами этот робот может плавиться, просачиваться сквозь преграды и собираться вновь. И все это под управлением магнитных полей. Но это не просто эффектное шоу. У этой революционной технологии есть реальное применение. Представьте, доставка лекарств прямо в нужную точку организма или извлечение инородных тел, без инвазивной хирургии. Ученые даже продемонстрировали его в действии. Крошечный робот просачивается сквозь прутья клетки, прямо как в культовой сцене «Сте тысяч». Но и это не все. Он может взбираться по стенам, преодолевать препятствия и даже разделяться на части для переноски предметов, а затем соединяться вновь. Будущее робототехники уже здесь, и оно из жидкого металла. Друзья, вы наверняка слышали новость. Роботы с человеческим мозгом – это уже не фантастика. Давайте разберемся в этом прорывном открытии. Китайские ученые совершили колоссальный скачок в области биовычислений и робототехники. Встречайте робота, управляемого мозгом, выращенным из человеческих стволовых клеток. Эта передовая технология, получившая название «мозг на чипе», объединяет мозговые органоиды с нейронными интерфейсами. Робот, созданный в Тяньцзинском университете, умеет ходить, избегать препятствий, отслеживать цели и даже захватывать предметы с помощью электрических сигналов и сенсорной обратной связи. В отличие от Neuralink Илона Маска, где мозг получает сигналы от компьютера, здесь контроль осуществляет сам мозг. Это открывает путь к гибридному интеллекту человека и робота, а также к новым методам лечения нейродегенеративных заболеваний. Эта инновация знаменует собой гигантский скачок в области биовычислений, способный произвести революцию в робототехнике, медицине и других сферах. Научное сообщество и общественность в восторге, ведь это открытие дает новое понимание работы мозга и его огромного потенциала. Следите за обновлениями, чтобы узнать, как эта умопомрачительная технология сформирует наше будущее. И еще одна новость из мира высоких технологий. Исследователи из университета штата Вашингтон представили миру двух насекомоподобных роботов, миниатюрного жука и водомерку. Это настоящая революция в робототехнике. Эти крошечные роботы – самые маленькие, легкие и быстрые на сегодняшний день. В чем же их секрет? Вся фишка в сплаве с памятью формы. Благодаря этому материалу роботы получаются легкими, как перышко, и невероятно энергоэффективными. Вместо громоздких моторов – тоненькие проволочки, меняющие форму при нагревании. Никаких лишних деталей, только чистое, точное движение. Роботы ВСЮ могут махать крыльями или перебирать лапками с частотой до 40 Гц, поднимая при этом вес в 50 раз больше собственного. А еще ученые трудятся над тем, чтобы сделать их полностью автономными, оснастив крошечными аккумуляторами или даже каталитическим двигателем. Представьте себе роботов, которые могут скользить по поверхности воды или нырять под нее. Простор для фантазии безграничен. Будущее за миниатюрными технологиями, и оно уже здесь, благодаря университету штата Вашингтон. Представьте себе собаку, которая вся из технологий без единого лая. Познакомьтесь со Спотом. Спот, разработанный компанией Boston Dynamics, новейшее пополнение в команде службы безопасности США в Мар-а-Лаго, курорте, принадлежащем президенту Дональду Трампу. Оснащенный передовой технологией наблюдения и датчиками, Спот может управляться дистанционно или работать автономно по заранее запрограммированным маршрутам. Этот высокотехнологичный сторожевой пес призван усилить безопасность, особенно после двух недавних покушений на Трампа. Хотя ловкость и технические навыки Спота произвели фурор в социальных сетях, эксперты, такие как Мисси Каммингс, напоминают нам, что человеческий контроль по-прежнему необходим. Этих робопсов можно обезвредить, так что они не являются безотказными. Тем не менее, тенденция очевидна.
роботизированные технологии становятся ключевым игроком в операциях по обеспечению безопасности во всем мире. От эффективного покрытия больших территорий до обнаружения потенциальных угроз, SPOT — это лишь начало новой эры в области безопасности. Поэтому в следующий раз, когда вы увидите видео SPOT-а, патрулирующего Мар-а-Лаго, помните, это не просто круто, это передовая технология безопасности в действии.